маленький кусочек, пожалуйста, там крошечку. Они вообще были заплывшие, и нам было непонятно, то ли они как бы вообще есть глаза или нет. А потом, как открылись, и мы были в шоке. Он тот самый кот из интернета, звезда мемов и любимец подписчиков. Еще котенком Фикса случайно нашли в коробке на Южном. Его сестры и братья погибли. Фикс находился в тяжелом состоянии, у котенка были травмы головы и носа. Как говорят сейчас врачи, скорее всего, это и послужило тому, что у нас такие глазки. Может быть, дети пинали, потому что там рядом детская площадка. Или кошку пинали тогда, когда она была беременна. Каждый день пишут люди о том, что вообще с вашим котом, он, наверное, больной. Вот. Нет, его жизни ничего не угрожает. Мы его вылечили в первые полгода как раз были решающими. Вот. И после этого мы полностью восстановились. Лишь из-за искривленной перегородки носа Фикс иногда похрюкивает, но это даже придает ему некий шарм. В конце прошлого года друзья убедили Ирину создать аккаунт для кота. После первых видео в ТикТоке и в Инстаграме появились тысячи подписчиков, миллионы просмотров. У нас приезжали домой его кастрировать, вот, ветеринар. И когда он это все сделал, он в таком шоке был, говорит, а можно я его вообще сфотографирую? Потому что, говорит, я таких котов вижу первый раз в жизни. Сложно поверить, но есть люди, которые постоянно выливают волну хейта на кота и его хозяйку. Хвостатого могут обзывать, писать неприятные вещи в соцсетях, но, судя по всему, Фиксу все равно, что о нем думают двуногие. Он продолжает смотреть на этот мир широко раскрытыми глазами и собирать миллионы фанатов по всему миру. Ирина Горчагина, Алексей Фризин. День с толком.